Новые социальные дома на месте Олимпийской деревни наполовину построены. Строительство идет по графику. Сдача объекта запланирована на сентябрь этого года. К работе строители приступили прошлой осенью и на сегодняшний момент прокладывают инженерные системы. Выполнено 55% всей работы. Рабочим еще предстоит смонтировать наружные сети, выполнить внутреннюю и внешнюю отделку. В целом процесс идет без сбоев. Сложности были на начальном этапе, когда закладывался фундамент. Строителям пришлось преодолевать скалы и болота. В конце года 4 новых дома, это 168 однокомнатных, двух- и трехкомнатных квартир, смогут принять 500 человек по программе переселения мурманчан из аварийного жилья. После чего деревяшки владельцев снесут. На балансе города остается еще около 300 старых двухэтажек. Здания уже под крышу заводятся, к июню они будут стоять. Полная совмещенность технологических операций, то есть прокладка инженерных коммуникаций внутри зданий, теплоснабжение системы, электроснабжение и подготовка к отделочным работам. Три оставших месяца до ввода в эксплуатацию, сентябрь, третий квартал этого года, самые напряженные будут.